Ну что ж, друзья, вот и подходит к концу наш новогодний марафон Happy Go Lucky. Заканчивается неделя. Сегодня у нас 7 число, сегодня у нас Рождество, с чем я вас и поздравляю. И, наверное, я вас огорчу, но завтра, как вы понимаете, уже выпуска Happy Go Lucky не будет. Но если вы считаете, что вы будете скучать по этому проекту, то влепите лайк, и в зависимости от вашей активности я буду понимать, как сильно вы ждете Happy Go Lucky, и как минимум постараюсь не задерживаться с выходом нового ролика. Просто они уже получили свои подарки. Заходи на сайт букмекерской компании 1xbet и участвуй в рождественском розыгрыше автомобиля BMW M3. Букмекерская компания 1xbet. Делаем Санте выходной. Всем привет, ребят, меня зовут Денчик, сегодня у нас 7 выпуск новогодней недели Happy Go Lucky, сегодня у нас 7 число, сегодня у нас Рождество, ну и пора тащить, ребята, пора тащить нашу команду вперед. Надо собраться, посмотреть на состав, снова собраться, снова посмотреть на состав. И перед тем, как найти соперника, сходить на Foothead и открыть 5 случайных золотых игроков. О, великий Foothead, принесешь ли ты мне сегодня топовых игроков или только нерарных бичей? Вот прямо сейчас, давай, 5 подряд нерарных бичей. Первый... Ладно, рарный бич, рарный, хорошо. Уже теория не работает, второй вообще салах. Франк Рибери. Интересно, интересно, но это нет. Нет, и последний игрок. Вот он. Вот, собственно, вот таких 5 штук мне и нужно было. Вы, кстати, там в комментариях пишите кучу таких комментов, типа, поставь вот этого, поменяй схему, вот так вот сделай, вот так. Но, ребят, здесь все сложно на самом деле. Здесь чуть-чуть что-то поменяешь, и сыгранности нет. Просто есть реально несколько игроков, которые, ну вот, мешают вот сделать что-то хорошее в этом составе. Например, вот этот вот персонаж Николаса Отаменди. Ну вот реально, ну... Из-за него приходится ставить Агуэра. И только потом его менять на Видали. Короче, много тонкостей, давайте просто найдем соперника. Не, ну конечно, наверное, можно что-то придумать, что-то интересное сделать и не потерять сыгранность. И против меня сейчас французы, Челси, Бундеслига и Фахерман. Я предлагаю сразу решить все на месте. Зубастик, Фахерман отбивает. Ой-ой-ой-ой-ой, Марсело, ну как всегда, Марсело стоит, спит. Есть претензии у меня к этому игроку. Но ничего, сейчас Неймар исправит всю ситуацию. Передача отличная, вот почему-то Рональдиньо не ударит. У Рональдиньо есть еще один шанс, и сейчас он не забивает гол. Неймар, давай, дальний может быть удар, но нет, тут Фахерман. Не, ну я понимаю, что Бакайока может бегать наравне с Неймаром по скорости и бить, наверное, наравне с Роналду Зубастиком, но можно такой херни не будет, спасибо. Фахерман сам себе гол забил, оказывается, это не Рональдини, нет. И вот сейчас, в принципе, если Рональдини бы забил второй гол, он забивает второй гол, у нас хрена не дубль. Блядь, чё ж у вас, чё же у вас, с защитой-то, Дехея, блядь, пиздец. Провалы. Ладно, на самом деле я, конечно же, это делал, чтобы Рональдиньо смог у нас сделать хэт-трик, но есть Фахерман. Я, может, что перепутал, почему Неймар у меня на порке, а Видаль у меня на фланге? Вот серьезно, что за дела-то вообще такие? Ну-ка, все нормально. Почему все наоборот? Мне там показалось, или Криштиану Рональду вышел? На самом деле это уже вообще нифига не смешно. Так что сейчас Зубастик Роналду тебя накажет, Вася. Но вот сейчас, Неймар, давай, развернись, ударь, забей, Фахерман. Когда-нибудь Неймар обязательно забьет свой первый гол в нашем Happy Go Lucky. Но будет это... И явно не сегодня, скорее Пуёль забьет. Нужно забивать, ребята, обязательно. И, например, вот таким вот дальним ударом мог постараться Рональдини. Ваши ставки, господа, кто забьет следующий гол? Месси не забивает. Посмотрите, в каком месте находится Отаменди. Вот просто, почему он не в центре защиты находится, я ебал. Вы помните прошлый выпуск? В прошлом выпуске, когда Неймар ударил в штангу, нам забили гол. В этот раз Месси попадает в штангу и нам вновь забивают гол. Фахерман все отбивает. В результате чего прошлый матч мы играем в ничью. История повторяется. Замечательно. 3 забитых мяча это 3 золотых игрока. И пускай первый гол забил якобы не я. Его записали на Фахермана. И один игрок за ничью. 4 золотых игрока на футхеде. Поехали. Ну, как-то слишком часто в последнее время я стал упускать победу, хотя играю явно на голову выше, чем мои оппоненты. Меня это что-то уже начинает гореть от этой херни. Я не знаю, почему так. Всего лишь навсего 4 золотых игрока, и сейчас будут 4 рарных, ну, не рарных даже, не рарных бича. Второй игрок, ну, типа не рарный бич, ну, типа рарный бич, и последний игрок
типа нерарный бич. Все-таки нахрен пока что я уберу Марсела, верну Беллерина на правый фланг и Александра на левый фланг. Ну и, собственно, пришел мой конец. Габриэль Джезус, Марсиаль, Пака... Йока. Джезус стопудово забьет. Рональдини, передача на Мануэлю Пети. Ну, Пети просто один сейчас должен переиграть. Чеха был, но слишком долго я этим занимался. У нас Лионель Месси давно не забивал, но у него же потрясающая подкрутка. Подача углового и зубастик. Самое главное, мы всегда начинаем бодро, а в итоге потом просто не можем ни хрена победить нормально. Зато соперник разочек может шлепнуть, это будет очень опасно. А если два разочка шлепнет, то это будет гол. Это просто капец какой-то. Я, конечно, все понимаю, но что-то я не понимаю в этой жизни. Например, почему сходу не ударил в прошлом моменте наш зубастик? Почему у меня защитники, ну вообще не защитники? Почему Бакайока такой имбовый? А самое главное, с ударами 49. Давай, пожалуйста, это красная карточка. Если сейчас красной не будет, то извини, игра, но пошла бы ты на... Ну что, разыграем штрафной и ударит зубастик Роналдо в стенку. А у него что, две красные карточки, что ли? Откуда у него вторая-то красная карточка взялась? Пуёль забивает гол! Ну я говорил то, что скорее Пуёль забьет, чем Неймар. Откуда у него вторая красная карточка-то взялась? Алло? Рональдини, наказывай, наказывай, просто наказывай сейчас, всё! Рональдини, сам давай, нужно делать хэт-трик, но Чех, Чех вообще какой-то имбовый. Ну вот сейчас просто передача на зубастика, зубастик должен забивать гол, но Чех снова тут как тут. Здесь я обязан минимум хэт-трик делать, правда нужно решить за кого, но наверное за зубастика, потому что у него самые как бы имбовые удары, завершение и все остальное. Хотя чувак на самом деле с двумя красными карточками может и ливнуть. Все, собрались ребята, херачим за зубастика хэт-трик, сейчас нужно отдать просто наверняка, и это дубль зубастика. И у нас с вами есть еще целый тайм, но мы должны сейчас просто расхерачить по максимуму. Ну что же, зубастый сейчас может уже, в принципе, делать, мне кажется, хэт-трик, самое главное переиграть Чеха, но Чех заколебал. Зубастый, я, конечно, все понимаю, но нам нужно с тобой делать хэт-трик, забивай, пожалуйста. Так, и что же, удар сейчас будет? Нет, розыгрыш штрафного, и розыгрыш штрафного заканчивается взятием ворот. Неплохо. Ну вот она, ну вот она, ну пожалуйста, ну забей третий, спасибо тебе, 9 карточек у нас с вами будет, и может быть будет больше, если мы успеем, если нам повезет. А в итоге он забил только 3 мяча, за что мы получаем 9 золотых игроков, плюс 2 золотых игрока за гол Рональдини и Пуёля, и 2 золотых игрока за победу. 13 игроков на футхэд. Ну это мало, ну это реально мало, учитывая в какой ситуации мы были. Да, конечно, 13 золотых игроков это больше, чем мы открываем в среднем, но если брать именно эту ситуацию, когда у соперника было 2 красные карточки, мы должны были его забивать намного больше. Забили только на 13 золотых игроков. Это очень мало. И сейчас вот эти нерарные бичи... 2 нерарных бича подряд. Я думал, 3 будет, но... Этот парень все испортил. Нет, нет. Робер Пирес. 91 рейтинг. Легенда. И мы сможем поменять наконец-таки Неймара. Да, Неймар пойдет отдыхать на скамейку. Клевенько, клевенько, Робер Пирес. Ну, как минимум, это прайм икона. Это версия 91. Это хороший рейтинг. Это то, что нам нужно. В любом случае, это да. Нет, нет. Пирло. Жалко, не 91 его карточка. Вот ее бы я тоже взял. Для рейтинга она была бы очень хороша. Дибала у нас уже есть. Нет, ты последний игрок. Нет. В прошлом сезоне Хэппи Гулаки у нас очень долгое время была карточка Пиреса с рейтингом 84 или 85 вообще. И мне она очень даже сильно заходила. Но опять же, если в прошлом сезоне мы не могли использовать ее до конца, как у нас сейчас ситуация с Анри, то этот Пирес, ну, уже явно будет до конца. Рейтинг 91 это достаточно хороший рейтинг, и не думаю, что кто-то его заменит. Хотя, с другой стороны, если вдруг Криштиану Роналду выпадет, может быть, можно его засчитать за икону. Но сейчас не об этом. Наш, ребята, недельный марафон Хэппи Гулаки, наш новогодний марафон Хэппи Гулаки подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился в целом, и сегодняшний выпуск, и до этого, и вы поставите лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, чтобы не пропускать новые ролики. Ну и с вами был Денчик, еще увидимся.